Масштабный ремонт дорог в Омске спровоцировал многокилометровые пробки. Вскипают двигатели автомобилей, сдают нервы автолюбители. Вот водитель ВАЗовской шестерки не выдержал ожидания и решил проскочить по свежеуложенному асфальту. Маневр, мягко говоря, не понравился дорожным рабочим и завязалась драка. Впрочем, большинство автолюбителей готовы потерпеть ради ремонта дорог. Готовы стоять в пробках от того, чтобы у нас нормально были в итоге асфальт? Нет. Почему? Потому что все должно делаться своевременно. Ну, напрягает, но что делают, это очень хорошо. Готовы стоять действительно в пробке ради того, чтобы у нас в Омске вот такие дороги? Да, конечно, круглосуточно готов. Конечно, конечно. Какие варианты? Ну, а что делать? Завтра легче будет? Конечно, лучше, чтобы по ночам делали, а не днем, когда все едут по делам.